Меняется, не знаешь? На телефоне автоматически меняется. Да, на телефоне поменяется, понимаешь? Да. Телефон? Да, оно автоматически, оно подключено. Вы хорошо поработали. Что у вас сегодня было? Тюрика. А сегодня история, румынский, математика. После сколько? 5 уроков было? У нас нет. 5 уроков, но без первого не было первый урок. Получается 6. Да. Сколько у вас сегодня? А первого не было? Нет. Значит, второй, третий, четвертый, да? Пятый был? Да. Пятый. А шестой? Так, шестой это без первого. Считается шесть уроков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот шесть уроков, да? Первый. Да. Первый. А после первого? Нет. Первый это. Шестого. Что у вас было? После шестого. Так, мы только шесть. И вас отпустили, и все. Да. История последняя. Так он другой был. А он ты задумал. Да. Бутылку с ним. Так я его поэтому и спрашиваю. Он же какие-то объяснения по-английски. Хорошо, сыну. Мне нужно идти похудеть. Сыну. Потом там у него эта голова болела, мама. Я не знаю. Так, ну что, вы как говорили, 5 схваток или 5 схваток? 5 схваток. Тогда 5 схваток, по самому 5 минут? Хорошо. До Япона? Как? До Япона? Нет, до выигрыша по самому. Выигрыш по самому? А, 8-0 и удушающий боевой, да? Да. По самбо. Значит, 8-0, 9-1, 10-2. И болевой куда? Удушающий нельзя. Болевой на локоть, таз, колено и стопу. Да. Удержание сколько стоит? Ой, 2 или 3, 2 балла. 4 балла. 4 балла, да. 2 балла. 20 минут, 4 балла или 10 минут. 2 балла. А если со стойки без касания? Если сразу всю спину? Да, если остался. Теперь
Если по сухому ты бросаешь его, а он во время броска касается рукой, считается бросок. Бросок не считается. На такая температура. Вопросы есть? Юрий Александрович, там у вас есть это? Секундомер? Нет? Сейчас. Вот, посмотрите там. Есть, да? 5 минут. Так, мальчики, 2 минуты борется Даня, 2 минуты борется Владимир. Сначала Владимир, потом Даня. Владимир, да, ну, ты красавчик. Даня, я тебя прошу, не садись, здесь садись туда. Потому что если Владимир бросит Чеза, он бросит прямо на тебя. Да. А можно взять еще начнут с Владимиром? Убрать? Да. Пожалуйста. Вот туда надо поставить. Ой, ну как бы. Сейчас, сейчас бутылк придет 6 часам. Все? Будет бороться с нами. С нами будет бороться. Значит так, еще раз. 2 минуты. Чеза, борешься аккуратненько один раз с Владимиром, а потом 2 минуты сдальше. Владимир, сделай так, чтобы он устал. Джен, набираешь 8 очков. Твой, каждый бросок твой, один балл только стоит. Удержание в партере не считаем, болевые тоже не считаем. Только в стойке. Ну так как, сколько? А я не знаю. Как получится? Сыщ. Влад, с каким счетом выиграешь? Не знаю. Ну как ты знаешь? У тебя будет причина тогда работать. 3-2 выиграешь, да? Не знаю. У тебя тоже 3-2. Вот 3-2. Кто из вас выиграет? А если я выиграю 4-2, то не считается? Считается. 4-2 не считается. А, нет, а, хорошо. Только 3-2. Да, тут все 5 вклад. Вот. Может 5-1 выиграть. 5-1. Время! Все, пошли. Продолжай, продолжай, не спорь. Артем, сразу надо выйти. Первый
Пусть не сдаться, он не сможет, конечно, но не сдаться. Так хоть не питаешься. Не давай, ты не сдайся. Ну, требуется. Нет, его не надо. Ну, требуется. Никому там все так и не было. А в студии багетка. Во, там входит. Поправить. Дальше давай. Это все? Один балл, счет. 3-1. Не видел, не знаю. Что за стойко? Время. Мате. Мате. Стоп. Стоп. Время. Пожали руки. 5 минут. Поменялись один раз. Все, ушли, Владимир. Проверили потом, да? Вот когда надо играть, это, я порву сейчас себя. С таким-то счетом. Всегда прыгаю. Я как-то меня зарыхнешь, языком выпитим. Нет, я знал, выиграть точно. Так точно прыгаешь. Да, это закон природы. Это не от нас зависит. Блин, проиграю сейчас. Выигрывал, думаешь, блин, да сейчас я его вдруг и слил. Блин, нет. Это закон подлости. Сейчас проиграю. Вот это ваш. Когда выиграл? Он без песни. Так, все, время, пошли. Второй. Бельман, конечно, мысль. Готовы? Да, да, да. Время. Да. Все на нем. Да. Хайп со мной. Да. Все. Стоп! Стоп! Дай, 2 балла. Дай, всем стоп! Чезар. Нет, также. Просто там бросок в окошко. 2-0 Чезар ведет. Ездит. А, нет, 2-0, а бросок был, поэтому 1-0. Каждый бросок только 1-1 очко. Что 4, что... Стоп! Стойку. Стойку. 2 очка. Правильно. Делаем бросок в удержание. Детку у меня вот будет, скажешь? Да. Спасибо.
Что у нас 4 складки? Четыре балла. Считать удержание. Что за стоп? Тойку. Ты сделал один бросок, второй бросок. И сейчас держание по третий и упал на 4 балла. 4-3 он ведет. Тогда сколько? 4-3, да? Да. Он ведет, да. Я просто устал. Даник, давай. Давай. Соберись. Я вижу Владимира даю, а потом тебя. Не расслабляйся, Даня. Добавим замечания борцам, здесь не борется. Через 20 секунд покажу второе предупреждение, одному только дам. Что? Дам второе предупреждение. Один балл. 4-0-1. Стоп! Чеза, стоп. Только. 1-0 ведешь. 4 очка, 0-1-0. Он выигрывает, да? Он выигрывает. Я говорю, он. Ты выигрываешь. Ты сделал бросок на 4 балла. Угу. 1-0. Любой бросок это 1 очко. Накрыл ковра, пастухов второе предупреждение. Чезар, стоп, ты душишь. Душить нельзя. Да. Так, стоп. 2-0, да? Душить нельзя. 2-0 считай. Да, 2-0. Макрэ, отдыхай. Пастух делаю, считай. Стоп. 2 замечания на 1 замечание. Ну, я не знаю. Мы же боремся. Мы же не смотрим. Все, никогда не боремся. Я ж тебя предупредил. У вас схватка была ничья. Да. Была. Дал тебе, тебе. Дальше я сказал, что через 30 секунд дам второе замечание. Зачем? Как зачем? Чтобы вы боролись. Так мы боролись. Вы не боролись. Так мы смотрим. Оценки есть? Да. Нету. 7-7. Ты залез, сделал прием, да. делал, но ты активнее был. А что получает второе замечание? Я защищался, что он должен был. Второе замечание он получает. Но я не знаю, по замечаниям, выигрывает или нет. Не знаю. Ставят третья шахта. Поэтому я не знаю, выиграл или проиграл. Значит, у вас это сладко не чувствует. А третье замечание – это 1 балл. Мягче, мягче, Чезар. Покажи заднюю, в одну сторону. Передняя подсечка, задняя подножка. Не надо нырять под руку. Передняя подсечка, задняя подножка. Вам замечание. Обоим замечание за разговоры на ковре. Стоп. 2 балла. Чезар, 2 балла и 1 очко получается. 1-0. Как стоп? 4 балла. Чезар, стоп. Стойко.